Всем привет, с вами Айка, и сегодня у нас пир на весь мир. Сегодня я заказала огромный просто сет. А у них он как раз на скидке был, я заказывала у Япоши. Я просто офигела, когда увидела цену. Всего 30 манат, прикиньте, за этот весь сет. Правда, здесь соусы отдельно, вот эти три соуса по манату стоили. Я подумала, в комментариях очень много людей пишут мне, что Айка, давай разнообразие. Я решила заказать этот новенький сет. Здесь очень много роллов, которых я никогда не пробовала. Например, вот такие вот роллы. Как шаурма, здесь креветочка, сыр, они просто огромные. Давайте макнем в соус и попробуем. Огромные просто. Короче, весь этот сет всего за 30 манат. Не порть мне вечеринку. Вообще, я думаю, такой сет идеально просто для ифтара. Прям на 4 человека заказать и покушать. Вот такие вот я никогда не пробовала. Спайси с креветкой пробовала, а вот такие вот. Я обожаю креветочку в роллах вообще. Прям самое любимое. Прям вот не пожалели, большие роллы. Вы знаете, кто бы что ни говорил, однажды мы с мамой купили все ингредиенты и решили роллы сделать дома сами. Вы знаете, это нам обошлось намного дороже, чем покупать. А еще я была в ресторане, где одна Филадельфия 8 штук стоила 25 манат. Поэтому я думаю, что доставки ставят очень приемлемые цены, очень даже выгодно заказывать. Вкуснотища. Вы знаете, что я всегда заказываю Япоши. Так, два вида роллов мы попробовали. Мне очень нравится. Давайте вот эти запеченные. Этот соус, который сверху, это прям нечто. Здесь рыбка, сыр Филадельфия. По-моему, форель, да? Не знаю, какая рыбка. Но выглядит очень аппетитно. Давайте пробанем. У меня живот бурчит. Этот сет стоил 45. Сейчас он стоит 30. Поэтому настоятельно советую. Здесь у нас есть соус кимчин. Я его никогда не пробовала, поэтому решила заказать. Давайте возьмем один ролл и макнем туда. Вот этот, например. Попробуем. Супер. Как я люблю роллы. Кстати, вчера мы были на дне рождения. Точнее, позавчера мы были на дне рождения. И там была очень приятная подруга Первана. Мне она так нравится. Она учительница. Такая этичная, такая классная. И, в общем, она держала оруч, то есть держала пост.
Я смотрю на нее. Она не в хиджабе. Не сказала бы, что такая религиозная, но держит пост. Я у нее спросила, что так можно? И она говорит, конечно, можно. Можно даже один день держать пост. То есть не обязательно прям каждый день. Как сможешь? Даже этот один день, это очень сильно приветствуется. Я так подумала, я хочу вот сегодня снять 2 мукбанка, завтра снять 2 мукбанка, и вам в день будет выходить по 1 мукбанку, а я хочу 3 дня держать пост, если получится. Офигенные просто роллы, очень вкусные. В общем, хочу попробовать. Я просто раньше думала, что если держать пост, надо все 40 дней держать. Я бы так не смогла. А тут можно и 3 дня, можно и 2 дня, сколько сможешь. Одна подписчица в комментариях мне написала, что я вообще через день держу. Это тоже как бы считается и тоже приветствуется. Так что хочу попробовать, посмотрим, получится, не получится, будет сложно или нет. Вот эта вот подруга Первана, она говорила, что Бог как будто дает тебе силы на этом. То есть очень вкусная. Гюша влог задает вопрос. Привет, Айко. У вас приятные видео. У меня вопрос. Как вы относитесь к родителям, которые все время следят за ребенком, не давая ему личной жизни? Как вы считаете, это нормально? Мои родители давали мне свободу. Все, конечно, в пределах разумного. Но я считаю, что если ребенку дать слишком много свободы, то в конце ребенок сам пожалеет об этом. Давайте макнем в этот соус. Оу. Соус унаги, по-моему, называется. Я считаю, что все хорошо в меру. Исходя из моего детства, те запреты, которые передо мной ставили, я понимаю, что все это во благо. Я лишь против запрета телефона. То есть, например, некоторые родители говорят, иди там гуляй на свежий воздух и так далее. Иди с друзьями за гаражами посиди. Зачем сидеть в телефоне? Вот я против этого. Хотя 90% моих подписчиков не согласятся со мной. Но если честно, вот я, например, в детстве, мне постоянно говорили, иди гуляй. А что я видела, когда гуляла? Кто-то курил, кто-то что-то делал такое неприличное, целовались и так далее. Мне было проще просто сидеть дома в телефоне. И в то время я обожала бьюти-блогеров. Обожала просто. Мне было, наоборот, в кайф сидеть дома, смотреть каких-то блогеров, чем видеть это все. И в тот период моя классная руководительница даже говорила моим родителям, ребенок должен иметь в реале друзей. Не виртуальных друзей, а реальных. А зачем? Зачем навязывать ребенку это все?
Мне будет намного приятнее, когда мой ребенок сидит дома, чем будет где-то на улице мотаться, непонятно, кто ему забьет стрелу, где его и забьют в компании за то, что он что-то не так сказал. Вот. Поэтому как-то все детство мне родители все говорили, сколько можно сидеть дома, сколько можно там с телефоном и так далее. Вот с этим я не согласна. А чему хорошему учит улица? Мне всегда родители говорили, найди подругу, найди друзей, выходите гулять. Мы вот во дворе вот так вот играли в детстве. А мне по большому счету со сверстниками было неинтересно. Я об этом много раз говорила своим родителям. Они все равно говорили, нет, общайся со сверстниками, это должно быть в твоей жизни. Навязывали. Например, ровесники шли на какие-то дискотеки, на какие-то вечеринки. Мне искренне было неохота идти с ними, потому что мне было неинтересно. Не то, что я была лохушкой, изгоем, но я никогда не была там душой компании, такой крутой чувихой и так далее. Я как-то, знаете, сама по себе. Меня устраивало это расположение вещей. Я считаю, что все должно быть в меру, если ребенок, например, не хочет, например, хочет перейти на домашнее обучение. Я бы, например, не была бы против. Столько хороших там школ, онлайн-школ, пусть учатся. Что, обязательно сидеть в этом классе? Даже сейчас очень много моих подписчиков пишут, Айка, сколько можно сидеть дома, если мне хорошо дома, мне нравится, почему нет? Я же не занимаюсь ничем-то незаконным. У меня у парня есть друг, он вообще не может сидеть дома, его раздражает нахождение дома. Например, утром выходит из дома и возвращается только в 12, только поспать. Я, если, например, 5-6 часов где-то там, мне хочется быстренько домой на мою кровать, лечь, отдохнуть и так далее. Что касается нашей дегустации, мне сет безумно понравился. Он называется «Новинка». Ссылочку на епоши я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Переходите, заказывайте. Я могу его оценить 10 из 10, вот абсолютно. Абсолютно искренне. Я всегда заказываю только у епоши. И они, кстати, мне делают скидочку, мне всегда делают бесплатную доставку. Связи, связи. Особенно вот эти вот. Это прям нечто очень вкусно. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка.